продолжение занятий Евангелия по Слову Божьему, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 13 по 15 стих, продолжаем. Итак, потом, как бы я начал уже, света, дайте света. Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стал ли иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу? Такие дела. Ой-ой-ой-ой-ой. Огромное толкование. Огромное толкование. Приходите на толкование блаженного Феофилакта. А это мы говорим, знаете, о человеке-то, который 38 лет страдал, лежал. Когда Господь ему говорит: чтобы не случилось с тобой чего хуже. А чего хуже-то еще может быть? Он уже и так отлежал, ему сколько лет-то непонятно уже. Может, под 50. Что, еще 50 лет будет что-то с ним, если... Чего хуже? Чего хуже? Смерть только, наверное, уже. Хуже этого-то, я не знаю, не могу сказать. Раньше бы по молодости я что-нибудь ляпнул, а сейчас не могу сказать, что хуже может быть. Может быть, слепой еще, добавок ко всему. Но этот, который 38 лет лежал в немощи, но он был не слепой. Он говорит: чего хуже бы не стало, а ослепнуть это, знаете, это еще хуже. Плохо ходить, да еще ослепнуть, это вообще никуда не годится. Ну ладно, никто не хочет больше приходить, так мы продолжим. Блаженный Феофилакт говорит нам по этим словам много. Возьмем же главное. И слов Господа расслабленному: вот ты выздоровел, не греши уже более. Мы научаемся, во-первых, считаем. Ты выздоровел, не греши уже более. С этим человеком болезнь, с этим человеком приключилась за грехи. Во-вторых, что учение о гиене истина и что мучение вечно. Где же ныне те, которые говорят: в один час я сблудил, за что же буду нести бесконечное наказание? Ну, как бы делят грех по времени. Ну, там немножечко же это все было. Да и курят тоже недолго. Минуту покурил, и что же? Господь так наказывает строго. За что? Интересные тоже ставят вопросы. Прямо надо сказать. И на них есть ответы. Потому что... Не только кто-то ставит эти вопросы, но и мы иногда, когда желаем оправдаться пред Богом, внутри себя ставим эти вопросы, как бы нам не хотелось быть мягкими и пушистыми. Ну, давайте дальше почитаем, что же Господь говорит. «Ибо вот и сей человек не столько лет грешил, сколько терпел наказание, но почти целую жизнь человеческую провел в наказании». Грехи судятся не по продолжительности их, вот как, а по самому естеству преступлений. То есть мы должны глядеть правде в глаза и смотреть на то, в каком реестре стоят грехи у Господа Бога, а не у нас, не в нашей душе. А то некоторые так говорят: а что такое вообще блуд? Ну что там, это же мужчина и женщина. А Господь дал любовь между полами, правильно же? Это любовь просто и все, и что-то такого. Ну, да, там в разных местах, но, однако, просто любовь. Вот такие вот есть люди. Это часто мужчины, а бывают и женщины тоже. Поменьше, конечно, мужики почаще. Ну, потому что они посвободнее вообще в этом мире. Поэтому, братья, нам натывайте на ус, у кого сколько усов есть. Ну, а так больше в уме держите. Грехи судятся не по продолжительности. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее наказание. Вот. Если благодать на благодать, то преступление на преступление. И как у американцев, преступление приплюсовывается к преступлению. Если ты изнасиловал, убил, истязал там еще это тело,
еще там его закопал или там что-то еще с ним сделал. Это все разные преступления, и тебе приплюсовывается убийство, допустим, это смертная казнь, плюс истязание человека, еще одна смертная казнь, плюс там это еще там изнасилование там 25 лет или там 250 лет. И у них там получается два пожизненных, две смертные казни ему. Ему одна всего будет, но будет записано две. Почему? Они в душу верят. И верят, что они, вот эти власти, поступили правильно. И теперь, когда они умрут, то Господь не вменит им этого, ну, греха. Потому что они, ну, как бы, Божий закон исполнили. Потому что такой человек жить просто не может. Который, ну, это не человек уже, это бес, они считают. То есть души нет у него. А православная церковь, Евангелие, говорит о том, что каждый человек имеет право на жизнь. Поэтому, конечно, правильнее, когда человеку просто одно пожизненное дают, вот как у нас. И все, до конца его содержат, и он там умирает. Кается, конечно, там. И там и священника ему сейчас дадут, и советская власть. То есть, ну, как бы по-христиански поступают. Вот так поступил князь Владимир когда-то. Он отменил смертные казни, когда уверовал и крестился. Вот почему там его равноапостолом называют. Отменил смертные казни, отменил тюрьмы, а за место этого были наказания. То есть пороли, там, ну и так далее, пороли сильно. Так что, ну, наверное, потом долго вздрагиваешь. Но потом это все равно порка, оказывается, не помогла. И пришли к нему, начали приходить вассалы его, и, ну, где кто там стоял-то по разным весям. И говорит, что наказания эти не проходят. Люди опять начинают воровать. Или опять начинает разбойничать на дорогах, надо тюрьмы открывать и смертную казнь все-таки водить. И долго он сопротивлялся, но в конечном итоге ввел опять все назад. Ну, только там уже было судопроизводство там какое-то, ну, тех веков, естественно. Но что до конца дней его было, это раздача, вспоможение всем старым людям. То есть в ближайшие веси по Киеву развозили телегами еду, там какие-то отрезы, ну, ткани людям, которые уже старые. Ну, то есть вроде как пенсия. И кормили их, вспоможение такое было. Ну вот поэтому его и вспоминают Владимир Красносолнышко там и так далее. Как богатыри ему служили, и все так было хорошо. На границах, как Илья Муромец пошел, там этих полоцев отогнал, там и перестали это, в рабы загонять русских и так далее. Ну вот вспоминали. Ну поэтому вот я говорю, что все-таки в конечном итоге. Видите, люди как по-разному поступают, но вот у американцев очень интересно, чтобы себя оправдать пред Богом, они все верят в душу. И что душа, ну они, видите, у них сектантское, что человек может стать бесом, творя вот такие преступления. Как бы бес помогает, а ты принимаешь, а ты бес. Вот такие дела. И весьма справедливо. Ибо кто не улучшается от первого наказания, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувственный и нерадив. Что-то у меня такое впечатление, как будто американцы именно это толкование взяли. Для чего, скажешь, не все так наказываются? Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием. Ну да, возьмем Гитлер, почему он не умер? И взрывы были, и все. Нет, здоровым помер, застрелился или там яд принял. Кто-то говорит, ничего этого не было, ну, однако. Здоровый был, короче говоря. Но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. То есть справедливость Божия не здесь, а вообще всегда справедливость Божия. То есть Господь может здесь вменить справедливость, на земле, к нам, как ну, к личности вселенского масштаба. А может там, а здесь справедливость. Ну, тебя убьют за то, что ты, ну, сколько убили людей? Их много убили. Вот ты пошел на войну, допустим, никого не застрелил, прилетел снаряд, тебя разорвал в клочья. Ты ничего не сделал еще. Пришел, или вообще ты гражданское лицо, прилетел снаряд в твою квартиру, порвал тебя, детей твоих, там, кого только не, мать, отца, все, все погибли. Ну, ты ничего вроде бы и не сделал. Никого не убивал, жил спокойно.
Ну, так как обычные люди. А Господь уже определение такое дает. Вот, ну, странно, что, будучи в чреве, два брата, близнеца, они в чреве матери. Одного Господь любит, другого ненавидит. Он что там в чреве? Ножкой толкается не так. Или молится один уже, а другой нет. Ну, что происходит? Ты помнишь себя в чреве матери? Нет. А был такой момент, когда младенцы заговорили. Знаете его? Помнишь? Нет. Младенцы заговорили. Вот Господь дал же такой момент, что младенцы говорят. Вот так. Ну, то есть у Господа так все высчитано для того, чтобы мы могли понять Господа, могли осознать, кто Он такой, величие Его. И это нас удержит потом от грехов, удержит от того, чтобы мы были нерадивые, ленивые, и кому-то об этом рассказать, вот это, ну, то есть нас все время Господь поддерживает такое, как у детей, чувство удивляться тому, что ты открываешь. Ты вот помнишь, как ты что-то для себя открывала и удивлялась этому? Это должен кто-то помнить. Я вот помню до сих пор счетные палочки. И как я впервые соединил два слова «мама». «Мама», я сказал и прочитал это «мама». Я до сих пор помню. Я до сих пор помню, как я впервые получил пятерку за чистописание. Помнишь, брат, такие у нас были, синюю-синюю полосочку, и там красным этим были написаны эти уже буковки, и мы должны, циферки, и мы должны точно так же повторять. Наклон должен быть. Я еще пером писал, ты тоже пером должен писать был. Еще пером писал я, понятно? Перо. У нас были не проливайки. Ну, брат знает, что такое не проливайка. Ты ее прокидываешь чернильницу, а из нее ничего не выливается. Надо было только глубоко туда засунуть перо. Прям палочка, а на ней перо. И этих перьев, вот, ну, у тебя пенальчик такой, и там всякие перья. И ты выбираешь их там, послюнявишь, там промокашечки были обязательно. До 4 класса писали. Потом в 5-м уже на ручке разрешили вот это. Ну да, 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 да. А у меня пораньше где-то, наверное, я первый-второй, наверное, писал пером. А потом это разрешили ручки чернильные. Были чернильные ручки. Такая толстенькая. И ее открываешь, вот так откручиваешь, а там пипеточка такая. Или такая, потом дальше крутяшка была. А то была пипеточка. И ты в чернильницу, у тебя чернильница, ты раз ее открыл. Туда раз эту ручку, и вот так нажал, и туда, хоп, и туда всосало. Ты посмотрел, промокашечкой промокнул, чернильницу, закрываешь все, чтобы не пролить все. И это, прочищаешь там вот это перышко само, оно двойное раздвигается. И туда могли волосиночки попадать. Вот. И тогда у тебя клякса будет, чтобы не было, ты на свет смотришь, все. И все сидят, занимаются этим детишки, маленькие, ну уж большие. Маленькие вообще вот такие, сидим этим, занимаемся. Счетные палочки у нас такие тоже. И вот и там 10. И 10 палочек это 10. 10 это. И ты смотришь, и раз доходит до тебя 10. И вот мы должны быть всегда вот такими, к милостям Божьим. Вот брат получил сейчас альтернативно, он не понимает. Он не понимает. Я знаю, что он не понимает, что случилось. Для него это... И его история, идет его жизнь. Но вокруг него многие понимают, что случилось. Господь чудо просто сделал для брата. Потому что хотели, чтобы он не воевал. Хотели, чтобы он исполнил заповедь Божию. Хотели и так далее. Вот для этого тоже, гляди, он сидит, зевает там. Знаете почему? Знаете почему? Нет, он растет постоянно. У него тело растет быстрее, чем мозг растет. И поэтому он ведет себя еще как ребенок, а тело уже мужика. Понимаешь? И оно сейчас укрепляется, возрастает. И вот эти вот связи, нервные окончания, и вот он вот так, ему надо что-то делать, ему надо бегать, ему надо заниматься чем-то, ему надо работать, работать. В этот момент, в 16 лет, это самый такой рабочий момент был в христианстве. Вот тогда было становление характера. Мальчишки становились мужчинами, начинали пахать.
помогать отцу. То есть отец там напрягает жилы за этим конем, а ты идешь, коня ведешь. Это было, ну, важное. А теперь ты все, помогай отцу. Отец устал, ты теперь на место отца. Все, усталым бойцам, не страшитесь преград, идите навстречу. Идите, все, ты уже вырос, все, хватит уже лежать. Все, ты, у тебя откормил отец, и теперь ты напрягаешь жилы. И ты раз такой, отец смотрит, так там, не так, немножко вот так под углом. Ну, то есть у тебя опыта еще нету, понимаешь? А все у тебя есть уже, все, ты готов для того, чтобы стать верным Христу. Готов, но еще мозг не подрос. А силы уже есть, и у некоторых сила и мозг совпадают. А, ну, а чаще нет, вот такие вот, как вот. И он такой, вел, его там что-нибудь спросишь, он сидит, смотрит там. Вот, сейчас с братом беседую, ты кем хочешь быть? Я? Ну, это не успел, не успешка называется. Еще подрастает организм. Ваня уже подвырос, видишь, у него уже пошла борода, уже все, все, он больше уже практически расти не будет в высоту. Теперь только у него нарабатывание опыта будет идти, опыт будет нарабатывать. Вот сейчас он наработал опыт, он должен его дальше передавать, что в альтернативной службе, брату должен передать. Он должен быть старшим, тебя охранять, там, сестру, о ней заботиться там. Ну, то есть нету жены у него пока, то есть, ну, на хозяйство и так далее. То есть это должно у него прийти. Но это передавалось через родителей. Если не передалось, то плохо. Ну, то есть я вот о чем говорю. То есть о том, как Господь вот тут нас готовит, чтобы мы не служили сатане, а служили Ему, Господу Богу. И Он нас подготавливает к этому, подготавливает через семью. Вот стоят около Синайской горы люди, и Он говорит, передайте потомкам вашим, Господь, что милую до тысячного рода, если веруете в Меня, но наказываю до третьего, четвертого. Понимаешь, как-то странно вот это, Господь, ну ты скажи, что ну до тысячного и наказываю. А он говорит, до третьего или четвертого. То есть, что-то непонятно, Господи, до третьего или четвертого. Вы понимаете, о чем речь-то идет? Видишь, у него доходит еще тяжело. Ваня уже вдумывается. Ты понимаешь, о чем речь идет? У тебя отец грешит пред Богом. И ты до третьего или четвертого рода, твои потомки будут наказаны за это. При одном условии будут наказаны, если ты такой же, как отец, нерадивый, не веришь в Бога, там, ну, занимаешься чем попало, ты знаешь, чем занимается уже. Вот если ты это оставляешь, то от тебя также опять до третьего или четвертого. А почему до или-то четвертого? Почему? Да чтобы взбодрить нас, бодрствовать. Господи, да. Я буду верен Тебе, верен буду, Господи. Поэтому на мне прерви это уже. Дай милости тысячным родам за меня. Я в Тебя веровать буду. Были такие цари при Господе показанные. Но они не только были в Иудейском царстве, в Израильском не было. В Иудейском из 20 царей 10 были благочестивые. Вот так. От Давида потому что были. Понятно? Что значит гены? Гены веры будем говорить. Поэтому у тебя тоже так же. Вы смотрите, у вас очень сложное положение, особенно у братьев передача. Она сестра, она под мужем будет ходить. Ну, или муж у нее будет, или священник, духовник, или кто. Ей будет, ну, как бы немного полегче, ей есть куда обратиться. Вот как сестра сейчас у вас, Елена, у нее духовник Игнатий Тихонович. Вот, как отец ее. Вот она передала себя в эти руки. Ну, как за железной стеной, практически. А сестра еще пока что она еще маленькая, она здесь у нас в общине, у них батюшка наш, как бы получается. Потому что на отца надежи нету. Понятно? А так ты становишься старше теперь. Ты должен духовно руководить и так далее. А апостол Павел обращается и говорит, вы все как младенцы-то себя ведете. Опять вам нужно возвращаться к молоку духовному. Вы же мужи уже, с бородами. Вы должны питаться твердой пищей, твердой, понял? Знаешь, что такое-то? Это ты мне сейчас должен рассказывать, а не я тебе. Вот это и есть твердая пища была бы. Ну, пока что приходится рассказывать. Не знаю, замолкну, все молчат. Ну, почти. Говорю, давайте дальше продолжайте, мне тоже интересно мысли кого-то,
Какие Господь дает вам, вот, по, вот молчат все. Ну, в интернете ты видел, сколько там, и взрослые, всякие разные, все молчат. Отец Наум опять только выйдет. Это вы начинаете о Христе только говорить там, о Христе говорите. Мы читаем прямо о Христе. Как еще говорить о Христе? Вы там это, свои грехи, все поминаете, свои грехи поминаете. Вот мы сейчас прям говорим о грехах наших. Вот как нам избавиться от наших грехов? Во-первых, узнать, что это грех. Мы должны, не должны обелять грехи. Не должны. Что это такое? Маленький грех. Господь как-нибудь простит. Я какой задумчивый. Что-то дошло до него. Ну, говори. Кто? Да, брат, Нестор. Растет, мне нравится он на ходу. На наших глазах вырос. Маленький был такой, сейчас гляди. Какой. Он еще сам не понимает, какое чудо с ним. Какое чудо с тобой произошло? Где вот еще Тарасия нету? Все ходил, плакал. Еще буквально, когда мы с вами 3 года назад ездили, все ходил, плакал я. Да вырастешь ты, вырастешь. Агнюшка, выше меня, младшая сестра. Агнюшка, выше меня. Я говорю, да вырастешь ты. Я говорю, так маханешь, потом забудешь даже. Они будут вот так на тебя смотреть. Да? Да, не переживай. Такой, ладно. А этот ходит, его выше на 5 сантиметров. И такой... Я-то выше тебя. А тот такой, да, прыгает на него. Только отвернулся, дерутся уже опять. Ну теперь-то не надо драться. Теперь все понятно уже, кто выше будет, кто ниже. Но не это главное. Господь сказал, что главное-то? Ищите прежде Царствие Небесное. Выше. В окоп пошел выше. Бымс, снайпер, и нет тебя. Вот тебе лучше в танке низким быть. А в танк пошел низким. Бум-бум. Загорелся там, зацепился одеждой и сгорел. Вот тебе бабушка Юрий в день. Поэтому непонятно. Тогда на войну не идти. На войну не идти, в тюрьму посадят. Ай-яй-яй, все тебе не слава Богу, да? Не можно кок этим, варить картошку. Ну, может быть, самое лучшее. Ну, вот у этих берут на Азовстали, они все, эти, все коки. Ты кто? Я повар, а ты кто? Я помощник повара, а ты кто? Я водитель. Ни одного нету бандита. Все молодцы, все белые, пушистые. Просто варили здесь, на фронте. Чего тут пришли? Мы говорим о грехах. Как вот это? Оказался он согрешил, поэтому поболел. Но сильно, видать, согрешил. Господь дал ему болезнь. И теперь простил его, потому что он получил смирение в этой болезни. Господь это увидел. Как он смиряется, какой он кроткий стал, как он ищет Слово Божье. И нашел. Нашел прям вот ходячее Слово Божье, самого Христа. И теперь Господь его встречает и говорит, ты не это, по грехам твоя болезнь-то была. Ты смотри, больше не греши, а то как бы хуже не было чего. Понятно. То есть этот человек, очень тяжело ему было с этим грехом справиться. Не забываем, что пока мы только ходим, растем и ничего не видим. Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием. Но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На сие-то указывает апостол, говоря, будучи судимы от Господа, то есть здесь, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром, то есть там. То есть там это значит уже за пределами этой земной жизни. 1 Коринфянам, 11 глава, 32 стих. Какие выводы апостол Павел делает? Вот, и сейчас таких богословов нету, чтобы так вывод сделали. А что? Берут то, что апостол Павел сказал. Ну и другие апостолы. Ибо здешние страдания – суть вразумления, а тамошние – это наказание. Уже ли же все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Ибо одни из них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным. А в книге Царств видим, что некто впал в подагру за грехи. 4 Царств, 5 глава, 27 стих. Ну-ка, найдите быстренько. 4 Царств, 5 глава, 27 стих. 15, также. 15 глава, 5 стих. Давай. 4 Царств. 5 глава. 4 это уже?
Открыл. Числа. А, числа нет, еще чуть-чуть. Нет, далеко, по-моему. А, нет. А, молодец. Пятая глава. Да, наверное, много. Ты прям такими. Там прям чуть-чуть. Ага. 27. Пусть же проказа Неманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Да, все-таки Гиезия, это значит не подагра, а проказа. Я еще думаю, что за подагра. А теперь 15.5 еще. Что ж ты закрыл? 15.5. Тут пускай полежит, да, Библия. Не раздавит книги. Тоже число. Четвертое царство. 15 глава, 5 стих. Тоже там я еще про кого-то. Наверное, там про этого царя из этого Сидекии, наверное. Сейчас И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. А выше посмотри, царь, как звали его, чтобы я запомнил всем. Вот Иеровоама, царя Израильского, родился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Воцарился Азария. Азария, ну конечно, не знал, да и забыл. Азария, конечно, запомните, Азария взыскал этих врачей и вот покрылся проказой. Другие бывают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, чтобы открылась его добродетель. Иные бывают от России. Ну, еще давайте, случилось за прославление и обнаружение, как случилось с Иовом. Точно так же и случилось со слепорожденным. 9 глава Евангелия от Иоанна. Тоже говорит, это говорит для славы Божией. Вот именно так же, как с Иовом. Иные бывают от рассеянности, например, от невоздержания и пьянства. Ну, то есть, ясно, что тебе деваться просто некуда. Куришь, пьешь, какой попало образ жизни ведешь там. Не знаю, что это. Ну, всякую гадость жрешь. Пиво там это. Что-нибудь, какие-нибудь там копчености. И все, и в конечном итоге у тебя начинает все отказывать. Ну, то есть, не то, что это Господь сделал, ты сам себе, организм просто не выдерживает. Колы всякие, лимонады, энергетические напитки. Ни в коем случае нельзя пить, ни в коем. Они ничуть не лучше, чем пиво. Там столько всякого намешано гадости. Показывают, как прям эту печень берут говяжью и бросают в колу в эту. И там проходит сколько-то там, немного времени, там 3 часа. Она заквашивается, ее прям можно есть уже, она вареная, печень. Сварилась все. Это что? Сейчас бургеры со вкусом человечины делают в Европе. Прям такие рестораны. Как они поняли, что она со вкусом человечины? Ну что я вам хочу сказать? Они там столько всего в Европе понаделали, что хорошо, что тут скажешь, у нас Путин. Другого не могу сказать, потому что только за это Господь его бичом может сделать для всей Европы. Потому что это, ну, никуда не годится то, что они там понатворили. Это ужас какой-то. Да, и это, то есть вот мы ходим вот в повседневной одежде и так далее, как лето наступает, и все начинают раздеваться. И как кто-то на пляж ходит и так далее, там. Если пошел там, где люди раздеты, ты сам там вместе с ними не теряйся в толпе голым. Ты должен одеться, ну, одетым быть. Одетым иди в воду, заходи. И все, как был. У меня Марина как шла в платье, в воду заходит, все смотрят на нее. Глазок. А она что, ушла там?
ну, сидит там в этой соли. Потом раз, вы вышли, в машину сели. Все. А там ходят какие телеса, Господи помилуй, только. Еще соль на платье собрала, что-то. А? Соль на платье еще собрала, что-то. Да, еще соль на платье, да. Ну, а у меня такие длинные, штаны, вот эти вот, ниже колена. Ну и в майке я тоже шел. Иду и туда, все смотрят. У нас что такое заходит? В майке. Ни одного не видел. Ни одного, чтобы в майке был мужчина. Все обязательно должны заголенные быть там. И женщины тоже. Ну, кошмар, короче говоря. Зачем это делают? Ну, сатана так сделал. Дал, говорит, черт моду, а сам бултых воду. Прости, Господи. Итак, ибо Иисус находит его в храме. Человек сей оказывается благочестивым. Вот так. Если бы он не был благочестен, он возвратился бы домой и предался бы отдыху, наслаждениям и убег бы от ярости иудеев и славопрения. Но ничего подобного не отвлекало его от храма. Узнав Иисуса, смотри, как благоразумно он объявляет об нем иудеям. То есть делает все правильно. Вот как Иов говорил о Господе, хотя там столько на него несчастья навалилось, и там написано, ни в каких словах и делах Иов не согрешил пред Богом. Ни в чем не погрешил пред Богом. А что, у нас больше никого нету? Мамы твоей нету? Ну ладно, мы маму слушали, между прочим. Могла бы прийти послушать Слово Божие. Не говорит, как они желали слушать, что Иисус сказал, возьми постель, но исцелил меня, чего они не хотели слышать, обвиняя его и нарушая в нарушении субботы. Если иудеи стали, ну то есть это всегда так поступают хульники, они до конца что-то не говорят. Вот, допустим, начинают нападать на нас за то, что мы говорим там о священниках что-то. А до конца-то они не говорят. Но почему вы сразу на нас за это напали? Ну просто мы услышали, что... А почему нельзя сказать, что мы это прочитали, сейчас идет обсуждение у нас? Или, допустим, что мы и до этого говорили о наших грехах, поговорили уже. Сейчас вопрос встал вот о священном начале, о священниках или о священном начале. Ну мало ли о чем Библия нам скажет, повествование или наш комментатор, который ведет нас, даже не комментатор, а толкователь и комментатор тоже. То есть почему не обязательно нужно не договорить, нужно сразу такое сказать, что для людей это будет как бы тебя не просто обличением, а твоей визитной карточкой. В общем, тебя осуждение это называется уже. Корона, нет любви. Да, да, конечно, это все не. А ты это с любовью говоришь или не с любовью? Вот это ты как рассказываешь? Как Господь нам пишет в Библии, с любовью, не знаю. Я читаю только то, что мне Господь дает. И причем мы опять же тут видим книжники и фарисеи, я еще ничего не говорю. Пристают-то к нему не простые люди. Простые люди, они чудо увидели, они там рядом с ним вместе были. Они там отойти, наверное, не могут. А что делать-то? Я тоже хочу так же. Что делать? А что делать? Ну, подошел с ним, поговорил один человек. Говорит, возьми постель, он встал, пошел. И что? А со мной что он не поговорил? А со мной что не поговорил? И там, представьте, как так? Они готовы были, поэтому не поговорил. А так бы Христос со всеми поговорил бы и спросил. Люди, вы вот это все хотите сюда? Чтобы ангел там, все верите в это? И все бы, да, да, верим. Верим, Рави, верим. Возьмите постель, кто там, свою там костыль там. Общий возьмите и уносите все в дома. Как общий исповедь, да? Так? Да. Ну, рукой, все. Все бы сделали. Нет одного только Господь заметил, понимаешь? Потому что не может быть только сразу людей таких смиренных. Поэтому и к нам собираются в час по чайной ложке, и то уходят. А? Ты что, поучаствовал уже в этом? Видишь? А мы участвуем, я уже участвую 27 лет в этом. На моих глазах, вот 27 лет, и за эти 27 лет
получается, каждый год где-то по три человека вот ушло, которые крестились, твои братья, сестры, прям ты с ними беседовал, они в глаза тебя глядели честно, вместе стояли в храме Божьем, вместе ели хлеб, соли там, может, тут. И говорит, поднял на меня петух. И я-то тут при чем? Я не изменился. Почему ты-то изменился, непонятно. А сколько предупреждений, сколько проповедей. И все, духовный отец, Игнатий Тимофеевич, духовный отец мой. Я говорю, я прошу вас, прежде чем вы называете духовным отцом, ну подумайте, пожалуйста. Ну подумайте, может не стоит сразу духовный отец, может наставник, может как-то человек, который показал вам путь ко спасению, может как-то, ну покротче. Нет же, вот пламя такое рвется, вот прям ракета, сейчас на Марс готов, на тебе на Марс можно лететь. Да, я готов, все, умереть. А что вы и без батюшки ходите сюда? А я хочу в храм, чтобы там благолепие было, чтобы там пение было. А зачем поясок? Вот сейчас там достал меня с Германии брат. До этого ничего не говорил. Сейчас, а зачем поясок? Зачем, почему женщина так? Да что ты будешь делать? Я говорю, да ты... Да я нет, я ничего, это меня так спрашивают. Ну что тебя раньше-то не спрашивали, когда ты еще не крещеный был, а? Сейчас крестился, начинаешь вопросы задавать. Я говорю, это даже не детские вопросы, это все, ты прошел уже это все. Ты дальше иди, благовествуй. А он остановился вот на этом и все. И главное, придумал такое. А мужчины и женщины всегда одинаково одевались. Ну откуда? Я говорю, откуда ты это? Ну кто? Ну почитай историю-то сам. Зачем ты вопросы начинаешь задавать? Открой историю, у вас там много там на Западе всего открытого. Не так, как у нас тут все закрыто. Начинай. Нет, никто ничего не трудится над душой своей, ничего не надо. Нужно по-моему. Все. Ну, видно, самость уже начинает прям уже вперед. Душа аж убегает. А всего-то надо. А, брат сказал, там, ну, уже слышал от наставника, понятно, уже мог успокоиться. Тут братья все говорят, там, сестры. Нет, последний остался я. Сначала ему там кое-что понравилось, а теперь не понравилось опять. Если иудеи стали слышать, обвиняя его в нарушении субботы, и если иудеи стали гнать Господа, то чем виноват в этом человек сей, объявивший им об этом? Прям как про меня. Он проповедовал об исцелителе с доброй целью, с тем, чтобы и прочих привлечь к вере. Если же они стали гнать благодетеля, по большой букве Христа, то это их вина. Отлагающий покаяние и не спешащий покаяться здесь, но опаздывающий, не получает исцеления. Итак, старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя. Сию купель покаяния возмущает ангел. Теперь о купели покаяния, ну, о которой тут как раз я упоминал. Какой же ангел? Ангел Великого Совета Отчего, Христос и Спаситель. То есть, эту воду может благословить, и она станет крещенской водой только сам Христос. Батюшка там маслица туда подливает, начертания делают рукой крестом. Так вот, рука батюшки в этот момент, это рука Христа. А батюшка недостоин. Он будет наказан. Рука все равно Христа. Потому что люди стоят, которые Христа желают видеть своим Спасителем. Желают его видеть, и он смотрит на их сердца и через Духа Святаго дает им это сделать. Вы, вот трое, вам Господь дал это авансом. Вы были еще вот такусенькими. Малышами. Вот как эта тетрадка здесь была. Чуть побольше, может. Лежала. Кто у тебя был? Короче, Ольга, наверное. А, Зайнудинова. Зайнудинова Светлана. Она за тебя символ веры говорила, плевала на сатану через левое плечо. За тебя. Ты сама еще этого не сделала. А когда ты это сделаешь? Вот брат показывал уже, что он плюнул на сатану. Альтернативная служба, он пошел говорить об этом. А Господь ему сторицы это дал, то что он просто пошел.
Он ничего там и не сказал-то, в общем-то. Так Господь сделал. Переживания братьев, молитвы. И Господь увидел его желание и дал это ему. Ну, потому что понимает вот всю там немощь и так далее. Но дальше надо расти, дальше. А вот этот идет еще с Торицей. И ты тоже пока еще не проявила себя. Вот твое проявление, что ты молодец, записываешь, это уже хорошо. А здесь пока что еще перекати поле. Вот такая вот перекати поле, оно по дороге катится. Прямо под машину еду, и вот такое огромное перекати поле. Вот так. Я думаю, врезаться в него или нет на скорости уже. Думаю, сейчас как заторможу. Не знаю, главное, в горку как бы немного. Ну и так, раз, и ветер дунул, и оно пух, только перелетело. Думаю, ну слава тебе, Господи. Ну, куда-то катится что-то. Там, под колесами где-то туда-сюда. Ты смотри, чтобы оно не укатилось никуда, понятно? Жди этого чуда. Какое будет, какое, непонятно. Вот брат твой получил уже первую весточку от Господа. Антенну наставляй и смотри, жди. Ты уже вырос, все. Ты же хотел вырасти? Ты хотел быть взрослым. Ну вот ты уже большой. Теперь трудись. Под дурачка не работай, а читай. А то я, да-да-да, ничего не знает. Охота будет просто знать. Охота, читай. Когда последний раз открывал, читал что? Ну, Библию вчера. О, и что читал? По Римлянам. Ничего себе. И что ты там начитал? Что-то помню. Не-не, вообще, а что ты Римлянам ты открыл? Ну, я понимаю, ты бы открыл Маковейскую еще. Я каждый день читаю Библию. Очень у тебя по порядку идет просто? Так у тебя Ветхий Завет и Новый Завет? Или просто по порядку? Нет, 4 главы Нового и 1 Ветхого. А Ветхого что читал тогда? Ну... Ты говоришь Библию и сразу Римлянам. А там что читал? Ветхом. Паралипоменон. Паралипоменон какую? Вторую. Вторую. И что, о чем? Сейчас я его все проверю. Ну, ладно. Ну, легкий такой. Просто соврал. Что, не помнишь о чем? Сейчас не скажу, пожалуйста. Лучше не скажет, пускай. Я помню, где первое или второе, что написано. А ты помнишь? Первое про липоменон чем заканчивается? Кто помнит? Ну-ка скажи про липоменон. Молодец. Ну-ка ты скажи про липоменон. Брата не будет спрашивать. А ты? Паралипоменон. О! Паралипоменон. О! Вот смотрите, если надо проверить, человек врет вам, что читал Библию или нет, вы просто его скажите. Скажи, помните, как это паралипоменон? Паралипоменон? Паралипоменон. Или еще можно? Навуходоносор? Паралипоменон. Или еще тигр-полосар? Кто? Тигр-полосар. Но это ассирийский военачальник. Навуходоносор — это который иудеев разгромил и храм сжег. А тигр-полосар — это который Израиль захватил в 722 году. Библия. Надо читать. Так я вам сейчас подскажу. Заканчивается тем, что умер Давид. Первое про липоменон заканчивается царствованием Давида. И второе про липоменон начинается уже с царствования его сына Соломона. Заканчивается Манасия. Манасия, молитва Манасии заканчивается про липоменон. Манасия, который 52 года царствовал, пролил много крови, а потом покаялся в конце. Так, читаем дальше. То есть он оказался целомудренным, молодец. Он проповедовал об исцелителе с доброй целью. То есть он еще и проповедник. Ангел – это Христос Спаситель. Ибо если божественное учение не коснется нашего сердца и не произведет в нем возмущения, напоминанием о муках в будущем веке, то купель сия не будет действенна. Ну, понятно, к какой купели мы теперь подошли с вами. Купель, и мы уже тут говорили, и в конечном итоге надо сказать, купель крещения. И здоровья расслабленной душе не бывает. Справедливо она может быть названа овчию,
ибо в ней, как овцы омываются внутренности и помыслы святых и незлобивых, уготовляющих себе в жертву живую и благоугодную Богу, себя в жертву живую. То есть какие мы должны быть? Святые, помыслы святых и незлобивых. Святые и незлобивые. Святые — это значит, мы должны то, что Христу, Христа мы называем своим искупителем, своим освободителем, своим спасителем. Христос Спаситель личный наш. И Господь дарует нам, и мы становимся святыми. То есть Господь нас освящает, освящает нас лично, каждого. И дальше незлобивые. Вот незлобность — это очень важное качество. И Господь тебе первое качество дал проверить. Альтернативную дал службу. Пока еще непонятную, главное. Он сейчас смотрит, Господь, на душу его. То есть дать ему почтальоном быть или там выносить за этими, за стариками или там конечности и так далее. Сейчас, ну, если он ничего не испугается, Господь ему даст нечто легкое. Потому что он же в общине, ему надо трудиться для братьев, надо посещать занятия, благовествовать. То есть Господь его пытается к этому привести, в конечном итоге. Он еще сам не благовествовал, ни одного занятия сам не провел. У него еще впереди много чего. У него борода уже есть. Он готовый уже к тому, чтобы стать и подьяконом человек. А там недалеко и диакон, а может и священник будет у нас. Ваня такой высокий, выше всех на голову всего народа. Ну-ка, послушание у него какое. Послушается он Господа или нет? Раз послушался, о, хороший, хороший будет. Как Давид. Прекрасный. А Давид там согрешил, смотри, чтобы не согрешил. Нет, нет. А какой пастырь он будет? Ну-ка, интересно, какой. У него ноги длинные, через забор перемахнет любой. А нужно дверью войти. Писание, писание знать. Хорошо надо. А что это значит? Это значит, нужно самому открывать занятия. Братьев ставить на крыло, на два крыла ставить. Почему на два крыла? Ветхий и Новый Завет знать. Чтобы братья начинали трудиться, а ты как священник будешь помогать. Не на кладбище таскать мертвецов за шкирку. Со святыми упокой. Всех подряд причем. А только тех, кто действительно святой. Думаю, что да. Будешь людские души ко Христу за шкирку тащить. Выйдешь впервые, увидим мы такого священника нашего. И вот тут вот раз по Комсомольскому идет и подходит к людям. Беседует с ними, раздает его. Видел хоть одного такого? Вот кто-то и нет. И я не видел. И у меня в мечтах-то было такое, ну не мечты там как бы, когда там, ну, священников кого-то, ну и там, что, меня тоже вроде как. Я думаю, интересно, как бы я его священником. Думаю, надо же вот так вот делать. Я вспоминаю отца Павла. Но он запрещенный был. Он в рясе шел, без креста, идет к людям, подходит. А я вижу, он неправильно подходит. Я говорю, отец, не надо так наваливаться. Ты такой мощный. Ты так как-то бочком. Люди не испугаются тебя. Что-то идешь такой черный весь. Вот такая вот. Потише как-то. И вот такой уже. Потише. Я говорю, ну, не до такой степени потише. Интересно было. Ну, видел я священника, но только это, запрещенного. А вот чтобы нормальный священник, вот как наш батюшка, чтобы шел так по городу и вдруг остановился, у него совесть обличила. Было у тебя такое, что тебя совесть обличила, надо этому человеку сказать? Да. Говорила? Да. А я, бывало, проходил. А прям совесть говорит. Я не могу пройти молодых девушек, которые курят. Совесть обличает и все, прям останавливаюсь, начинаю беседовать. Прям на машине могу остановиться. И визитки, сколько визиток раздал уже. Парни не так заботят меня, а вот девушки стоят, курят с этими парнями. Я понимаю, что это первая ступенька возвыситься над мужиком. Они перенимают их обычаи, чтобы потом застрелить как следует снайперские бабы, женщины, так называемые. Это первая ступенька. Да, штаны одеть, каблуки, чтобы быть повыше, чтобы сравняться с ним. И потом курить, вот как они. То есть я это все делаю. Выпивать можно даже тоже. Это я пью. Че? Все остальное, что вы там еще делаете? Стрижки. Я больше тебя. Стрижки там, да, тоже все это. Я больше тебя получаю. И все. А потом, чего у меня мужиков нету?
Или, о, мое счастье, это вот ребенок там от какого-нибудь Ванечки. Все. Ну, один покончил на горку, он валяется. Ну, может, и валяется кто. Да это так, уже никто не нужен. Живу ради ребенка. Я знаю таких. У меня прямо у самого в родне есть такие. Все, да. Остальное только для себя, да. Любят только себя. И вот так родители поставили этих детей, что любят только... И вообще никакой жертвенности нету. Ничего. Нас заставляли родителей полы мыть, мусор там выносить. Это все на нас было там что-то там. Помогать вот что-то где-то там, когда стирает мама. Там вот крутить вот эту крутилку. Я стал вот подрос, когда плечистым стал. А я не понимал, что я подрос. Не понимал. Стоял за хлебом в очереди 2-3 часа. За хлебом нет, за колбасой. Нет, хлеба у нас такого не было, чтобы 2-3 часа за хлебом. Пока машина придет, пока не разобьем, там очередь такая, не всем достается. Я стояла. Нет, хлебом у нас не было такой напряженки в Красноярске, слава богу. Даже не было в 90-х годах такого в начале. А вот там колбаски, там шоколадных конфеток, чего-нибудь такого хотелось. Это да, стояли. Еще как стояли. И не час там, а полдня занимали место, записывались. За книгами также стояли, за книгами. Макулатуру привозишь, тебе дают такой талончик, становишься в очередь. И ну, приходили, допустим, в 12 ночи, и за тобой кто-то пришел, и вот так вот, ну там 4 человека накопится, ты, ну я пойду отдохну, ну иди. Потом приходишь там к утру уже. Ага, там кто, ага, ну все понятно, все там под запись. И потом выдавали на это эти книги, выдавали, брали книги различные. Классическую литературу у нас там тогда Достоевский, там, Пушкин, там, ну все там, Стендаль, там кого только не было. Сервантес, такие в хороших таких переплетах, тоже стояли. Читающая страна была самая в России, Советский Союз. И неоднократно я стоял, я даже не знаю, сколько раз. Может, в месяц раз стоял за этими книгами. Всегда хотелось что-нибудь читать. Перечитал все. Так, ну вот. И мне как... О, если бы и мы получили здоровье и по выздоровлении находились в храме, то есть на... не осквернялись неосвященными помыслами, дабы не постигло нас худшее наказание в будущем. Вот Игнатий Ильич вот придерживается этого толкования и говорит о здоровье. Что вот здоровье Господь дает. Вот поэтому на основе этого толкования он говорил о вирусах. Это все на основе толкования. Различно. Потому что если ну, ты веруешь в Господа, то и не постигнет тебя. Не должно тебя это постигнуть. У нас на канале опять страх. Ну, я не знаю, это уже до такой степени далеко все, по сравнению с тем, что сейчас делается. Вчера передали там, ударили по Харькову и сразу 400 человек убили. Подразделение со всеми танками, там, что у них было, 30 единиц техники и 400 человек. Ну, не знаю, все убиты или нет, но, ну, то есть, несколько ракет, видать, в какое-то помещение или какое-то... Ну, там показывают, может, видели видеоролики, прям танковое подразделение, там, не знаю, сколько танков забились в рощицу, и туда ракетный удар. И как пошли там боекомплекты рваться там в танках. Все, и вот буквально там, сколько идет, там, 5 минут, и выгорело все. Все выгорело напрочь. Повзорвалось, деревья поразметало, все. Страшное дело. А там люди. И вот они там стоят и записывают. У нас нету никакой техники. У нас только вот и стоят в трусах, главное. И с автоматами. Украинские подразделения. И мужики-то уже видно, что прям взяли их отцахи. Лет 45 под 50. Я думаю, как странно. Люди не поднимут ни восстания, ни бунт, ничего. Идут. Вот они свято верят, что они воюют за незалежную Украину. Вот так. Да. Сколько время прошло? Еще есть? 3 минуты. Ну давайте еще прочтем 17-18 стихи. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю.
еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Ну, так написано. Но и отцем своим, не отцом, а отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Мы так и прочтем. И небольшое толкование блаженного Феофилакта. Он, как равный отцу по чести и власти, говорит так: как Бог и Отец мой делает и в субботу, и вы не обвиняете его, так и меня не должны обвинять. Как же Отец делает до ныне, то есть до сего дня, который это происходит, вот, когда это мы читаем повествование. Моисей говорит, что Бог почил от всех дел своих бытия, 2 глава, ну, там в конце главы. Ты желаешь знать, как Бог делает доселе? Смотри на вселенную и познай дела промысла. Солнце восходит и заходит. Посмотри на море, источники рек, ну даже приливы и отливы, животных, вообще на все сотворенное. И увидишь, что тварь делает свое дело, особенно же приводится в действие и движение незаченным способом. Промысла. Это вот я говорил о чудесах, как братья растут. Ну, потому что они вот на глазах наших выросли, поэтому это чудо. Детишки, вот говорю, как сестра была маленькая, сейчас уже о духовном нужно заботиться и сказать себе, что я искренно верующая, я рожденная свыше. И когда тебя спросят, ты что, святая, что ли? Должен ответить, я святая. Вот так. А что, не грешишь? Ну, я не хочу грешить, но есть такие силы, которые против меня воюют. И все спрашивают, какая сила? Ты скажешь, сатана. Я воюю с сатаной. Бьюсь прям с ним. А что ты для этого делаешь? Скажи, на занятия выходите. И дай нашу визитку. Есть визитки наши? Есть визитки наши? А у тебя? Ну, у меня есть. Визитки. И визитку раз, и уже достаточно. Ты сказала свое дело. Уже белый всадник, всадник на белом коне и в белых одеждах. Все, просто заскочил к нему. Итак, дальше. Без сомнения, промысел, большой буквы промысел, кстати, то есть это Господь, делает свое дело и в субботу. Посему, как Отец делает и управляет тварью и в субботу, то и я, то есть Сын Его, Христос, делаю справедливо. Но они, подстрекаемые завистью, искали убить Его не только за то, что Он называет Бога Отцем Своим, делая себя равным Богу. Называя себя Сыном, Он необходимо делал себя равночестным Богу. Ибо всякий Сын бывает одного и того же естества с Отцом. Всякий сын одного и того же естества с отцом. Поэтому у вас есть, братья, вся возможность отца привести ко Христу. Если вы верующие, а отец некогда потрудился для того, чтобы вы были сейчас в обществе верующих. Ну и вообще, сама пятая заповедь, которая говорит о почитании отца и матери, говорит о том, что вы теперь у вас есть такие силы. Да, Господь даст вам такие силы привести отца обратно. Вот так. Беседовать надо, трудиться. Если ты будешь искренне верующий человек, понятно, то ты будешь только об этом и думать. А как привести отца? Как? У меня есть такие силы или нет? Вот Господь тут говорит, есть. Запомните, 5 глава Евангелия от Иоанна, 17-18 стих. Хорошая ручка. Напоминает чернильную нашу. Я тут вспомнил эту молодость. Перо – это чернильная ручка. Ностальгия. Запах этой бумаги, этого чернила запах. Как все интересно. Парта. Парта вот такая была наклонная. Тут такая панелька. И вот так ее открываешь. Чик. Когда встаешь, нужно обязательно открыть. Если вот так, то подкладываешь руку и делаешь вот так. Учитель, вставай, ты должен так раз, чик, встаешь и отвечаешь. Или к доске выйти тоже. Все аккуратно должно быть. Чинно. Так раз парту закрыл и пошел к доске. Не грохнул, ничего и
как у Ленина. Да. Ленин за такой партой еще учился. Ленин еще перо писал. И мы тоже. Это я пошел учиться в 72-й год. Пошел учиться. 72-й год. 28, 50 лет назад. Я пошел учиться. Так. Да? Вопросы? Вопросы, братья? Запомните, вопрос это квинтэссенция, то есть концентрация ваших умственных усилий по преодолению сатанинских козней. Вы читаете Слово Божие, трудится ваш ум, и вы, раз у вас вопрос возникает, обязательно вопрос. Понятно? Нет вопросов, значит пусто. Имя Отца и Сына Святого. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Благодарим Тебя, Господи, за то, что позволил нам собраться сегодня, в этот день воскресный, который посвящен Тебе, чтобы мы имели общение друг с другом и изучали Слово Твое. Помоги нам, Господи, понимать и исполнять его, возрастать из веры в веру. Тебе слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Молитва какая чистая.